Добрый день, уважаемые телезрители. Мы вас приветствуем в домашнем зале Марка 88, где сегодня в воскресенье встречается одноименная команда против... Встречается с командой Мии Гаек, которая этот сезон начинает в очень и очень обновленном составе практически по всем позициям. Давайте начнем сначала с гостей. Их не так много. Всего сейчас 7 человек вижу. 22-й Юртаев, он же играющий тренер Андрей, он же президентом был. 77-й Александр Куртинок, вот он, видите, смотрит на судью Кирилла Белолуцкого. 9-й Кирилл Лозинский. Выигрывает спорный мяч Юртаев, но 22-й номер Костя Литвиненко из Мигаека перехватывает этот пас на Дородного. 2 очка, мимо Юртаев на подборе. Здесь что у нас? Вадим Устинов перехватывает мяч. Александр Дудов, один на Лозинского. Скидка на 88 номера. Смотрим, 3 очка. Казаков. Куксин Денис, 3 очка. 3-0, хорошее начало для Марки. Значит, у Марки еще не назвал. 21 номер Вадим Устинов. 9 Кирилл Лозинский. Юртаев проход. Скидка на Куртинка. Аут. Заступ Юртаева аут. У Мигаека 9, уже сказал, Куксин Денис. 22-й. Это Дудов Александр. 4-й. Казаков Сергей. 52-й. Литвиненко Константин. И 88-й. Виктор Судай. Какая-то неудачная попытка отдать пас вниз на Казакова. У Марки сказал, что тренер, играющий тренер Андрей Юртаев. У Фол Куртинку, конечно. У Мигаека тренер Людмила Волкова. Пока что-то у Марки непонятное происходит. Здесь Фол надо дать, конечно. 9-му номеру. Кириллу Лозинскому. 2 фола уже у Марки за минуту 10. При том, что их всего 7. Их всего 7 человек. Кроме тех, что на площадке, еще двое подъехали опоздавшие. Седов и Бондаренко. Лозинский перехватил мяч и сам же его потерял, отдавав. Отдав неудачный, очень высокий пас на Юртаева. Долго. Опять потеря. Какая-то странная у нас игра. Наверное, в воскресенье утром еще проснуться никому нельзя. Куртинок, наверное, будет играть сам. Через руки. Нет, пас вниз на Устинова. Потеря еще одна. Судай отдает направо, ниже, здесь у нас Литвиненко, 2 очка, отлично, из-под Устинова забивает. Куртинок обыгрывает двоих, будет сам бросать, нет, теряет мяч, не теряет, Устинов, 3 очка, Лозинский. 3 очка мимо. На подборе кто? На подборе Устинов. 2 очка из-под кольца. При непосредственной помощи Юртаева, который в борьбе скинул мяч на Устинова. Перехват. Юртаев перехватил мяч. Дороднов разгоняет сам. 2 очка мимо. Здесь кто подберет мяч? Я не вижу. В итоге Юртаев мимо. Сам же 2 очка. Странная игра. Очень все разобранные, мне кажется, еще. 4-5 счет. Четвертая комбинация. Очень интересно посмотреть, что ставит Люда Волкова своим подопечным. 4. Это вниз на Казакова, который будет обыгрывать Куртинка. Блокшот. Блокшот сзади. Лозинский. Судай. 3 очка. Фол. Фол Лозинского. Второй фол у Лозинского уже. За 3 минуты практически. 3 штрафных будет бить 88 номер Виктор Судай, который перешел в этом году из IT. Первый штрафной мимо. Еще 2.
готовится выйти на замену Константин Бондаренко, видимо, вместо Лозинского. Второй точно. Третий точно. 7-4. Впереди Мейгаек. Дороднов. Просит Юртаева поставить слон. 3 очка Дороднов. Мимо. На подборе 52-й Литвиненко Костя. Ветеран Мейгаека. Четвертую. Еще раз четвертую. Это уже не та четвертая, что была в предыдущей атаке. Судай. Дудов. Почему не бросил, непонятно. Долго как-то все идет. Мяч от Дородного ушел, я так и не понял. Если от Дородного, то 3 секунды на атаку. Два. 3 секунды на владение. Какой два? Друзья, вы не успеете. Таким образом остался один игрок под кольцом. Причем второй раз при вбрасывании. Напомню, в предыдущей атаке так фол получил Лозинский. Дороднов. Скидка будет. Будет на Юртаева. Тут из-под кольца мимо. Точно. Виненко будет бросать. Дороднов перехватывает, понесет сверху. 2 очка. Искал фол. Не получил. Аккуратно Казаков там хотел подставляться. Третью. Фол в нападении можно было дать. Скидка. Ну что там? Что там так тяжело? Чисто. 2 очка. С таким навалом. Стритбольным навалом. Александр Дудов. Дороднов один. Скинуть бы мяч, Леша. Лозинский 3 очка бросает. Точно. Счет 11-11, я так понимаю, да? Непонятно, что с табло происходит. Да, 11-11. Разница в том, что у Мигайка нету фолов еще. Куксин вниз, перехват. Да, фол, конечно, Вадиму Устинову. Буквально в метре находился Кирилл Белолуцкий. Два штрафных будет пробивать Костя Литвиненко. Первый штрафной точно. 4 фола уже у Марки за 5 минут. Второй мимо на подборе кто? Куртинок. Пока его не видно в этой игре. Дороднов один. Мимо. Опять Юртаев на подборе. Там фолят, конечно, по лицу. По руке показывает Петр Соседов. Хотя мне показал, да, и держится за лицо Андрей Юртаев. Четвертый номер Сергей Казаков свалил на нем. Замена. Замена прошла у Мигайка. Вышел вместо Кости Литвиненко. А кто вышел-то? Пока нет.